Всем привет, с вами Санёк и Дэдпул, и мы продолжаем играть в игру Star Wars First Facet. Или продолжаем видео прохождение игры Star Wars First Facet. Называйте как хотите. Я опять начал загрузку, чтобы хоть чуть-чуть было побыстрее, то долго его чем грузит, прям ого-го. Да-да, не нужны мне ваши подсказки. Вы можете пере... Ну, нажав ты. О, что-то моргнуло, значит. Вот, наконец-то. Давайте походим в этом костюме опять. Ну, будем ходить в костюм, который нам предлагает сама игра. Не ударишь. А, ладно, блин, блин. Они не зацепят даже нас. Так, пойдем. У меня пока это, заряд на любой энергию, сейчас мы вот так их убьем. Ну что ж ты не убиваем это? Такой на. Так. Их что-то реально многовато. Чтоб повеселее было. О, так красиво. Так, посмотрите, может... Сейчас сделаем. Да? Третий раз корона. Опа. Сделали. Отлично. Сохранить. Так, вот так вот. И вот так. Не очень удачно, подожди. Блин, так быстро летит, прям не могу сфокусироваться, ладно. Видать, вот такие штуки у меня самое сложное. Когда получается, когда нет. О, проход. Все? Да.
чтобы... Ой, теперь переборщил. Секундочку. Вот так вот сделаем. И вот так. Потом. О, вот почти хорошо. Опа, еще разочек. Опа. О, не, чтобы как бы сказать, и как бы сдвижить самим. Смотрите, что мы хоть так проходим. Сейчас, опа. Нет, мы его сломать не сможем. Так что же, ничего не надо. Сезам, откройся. Вот так. Нам, оказывается, не туда надо было. Вниз? Хорошо. Так. Хр. Еще дворчик побрал. Бесконечно, а где пачка? Ну-ка, хватит буянить, робот ты, банк, не робот, а банка консервная, ну иди сюда, вот так вот, ну и все. Так, что-то у нас там. Идите еще раз, а? Судя по всему, да. Сам Дарт Вейдер, а вы хотите просто его взять и победить? Не получится. Ну-ка, может там есть что? О! Да. Повышение уровня. Так, мне даже не как туда добраться. Они будут не бесконечны.
Ну и так. Вот, ребят. Ха, я просто бросил. Случайно я даже не планировал попасть. Так. Нам надо попасть на дверь. Я пока что планом не очень располагаю как туда. На паркуре. Так, наконец. Тишина хотя бы малейшая. Juno, I've reached an Imperial drop base. Can you override the hangar door? I'll try, but it might take me a moment. Take your time. I've got plenty to keep you busy here. А умрак падает. Стрелялся, все. Вот что. Чуть-чуть надо пройти. А может, мы можем по... Вот отлично. Кажется, эти генераторы здесь нет. Ну вот эти вот летающие штуки. Они здесь не просто так.
Спасибо, тоже нужны. Так. Он наконец. Что у нас? Наконец открыли бункер, а там опять банка консервная. Вперед, бункер. Или это корабль? Не знаю. Думаешь, на умно? Чего я тебя увижу, потом уже стоит помощь. Да, твои помощнички наши белки шарашивают. Так, так. Ты достой, молодец, хорошая вот стоит. Хорошая консервная банка. Ну, потом убить тебя это эффектным дремом, но он что-то не загорелся. Что ты же дракнул только? Ай, да. Только. Бесконечная энергия. Плюс. Знаете, от этих вот. Энергия кончается, нет? Вот мы выиграли. И года не прошло. Наверх. У меня встречный вопрос, как нам подняться теперь наверх? Кто-то в живых остался. Да. Знаю это все. Два. Вот что делать.
сейчас в этом. Не возьмешь больше. Так, идемте. Да. Что-то пропало. А, нет. Да, пропало что-то с картами. Ну и здесь. Сюда же раньше указывала карту. Карта пропала. А, надо наверх. Ролик. Смотрим. Полетел. Какой-то странный, почему у него синий меч. Хотя у меня вот это. А, от робота. Нормально, я его едва своей пулей зацепил, и все, он уже умер. Ну, отразил его пулю, и все. Откуда это? Снайпер. Так, а как мне к нему попасть? О! Так, если мы будем вниз, нам конец. Ой, по этой лестнице генератор стоит. Не догнался.
Так и так. То есть надо вот такие вот штуки нанести. Что-то вертится, что-то крутится. А, падает эта фиговина. Он прыгает. Чего? О, блин, мы чуть не упали, подождите. Куда? Как нам туда попасть? Если нам все прикрыли. Так. Тут плохо то, что я не успел прочитать. А это оказалось возможно. А. Thank you.
Так я все равно не понял. То, что нам находится, находится оно выше. То, что нам нужно, находится этажом выше. Мы просто ходим кругами. Так. Подумаем логически. Надо. Нет, не получится. Нам нужно допрыгнуть до того самого верхнего яруса. Ну как-то надо выше. Ну как? Вот. Ну над этой штукой куда мы можно попасть, а куда? Что? Сейчас посмотрим. После догрузки продолжим. Так, снова. Найдите имбирских. Ой, солдаты хотите. Вот еще какой-то бандикан произошел. Вот другая. Вот что-то отломалось. Она упала. Ну поднялись. Да. Чего доверительная цель доступна? Какая цель доступна? Я не все отключить. Как же попасть на это?
сам до 50 готов. Как же мне не хочется кончать на этом, а? Зачем мы повалили эту штуку? Нашли, мы сюда добрались, сюда мы спрыгнули. Как подняться наверх? Ну черт. Так, а если... Если нам построить... Да. Ну должен же где-то быть это. Может, ее надо взорвать. Ну, не могли же мы просто так уровень. Значит, она нам для чего-то нужна. И я еще не знаю, просто так вот. Это уже это без использования, поэтому я уже не знаю, что именно. Хорошо.
Может, нам нужно подняться наверх к этой штуке? Вот у меня какие бранки. Нет, во, мы собрались. Мы залезли. Что дальше? Мы забрались на эту штуку. Может, можно теперь пойти за пределы? Если я прав, то это хорошо. Нет, 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 нет. Что это? Что-то я пытался раскрыть. Не получилось. Подождите. Не знаю. Так, попасть. Все уже, думал, все обшарился. Давайте мы тогда на этом закончим. Увидимся в следующей части. Всем до свидания. С вами были Санёк и Дэдпул. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до свидания. Всем пока.